Команда из 12 китайских ученых получила премию Гордона Белла. Высшей награды в области вычислительной техники граждане КНР удостоены впервые. Так отмечен метод расчета динамики атмосферы, который помогает сделать прогнозы погоды более точными. Это приложение основано на возможностях компьютерной системы Sunway Taihulight. На сегодня это самый быстрый в мире суперкомпьютер. На то, что он может вычислить за одну минуту, обычным калькулятором потребуется 32 года. Премия учреждена американским инженером-электротехником Гордоном Беллом в 1987 году. И вручается она при поддержке Международной ассоциации вычислительной техники.